Смотрите, какой у меня Джонни Флейм. Лобелия белая, голубая там как-то оказалась. Я не помню, чтобы я ее сажала вместе с белой. Но пусть растут. Вроде неплохо смотрится. А из этой бочки 47 литров пришлось убирать мне все колюсы, кроме аватара. Вот аватар такой пушистый в серединочке стоит. Тут вот сбоку с этого белая лобелия. Называется белый каскад. Голубая лобелия называется сапфир. Но она что-то похожа на регата Скайблу. Тут у меня и две штуки ее, и алисум кустовой. Но ничего, растут, подружились. Это у меня в 5-литровых ведерках. Петунечки такие растут. Вот эту я нашла все-таки, когда смотрела. Вегетка НН, у него там продаются разные петуньки. Вот эта петунья значится как Рим Виолет. Это точно 100% Римка. Ну, это шоковый Коралл Краш. Это Сюрпрайз Спарклинг. Вот за 2 дня какая стала лобелия. Регата Sky Blue и петунечка красная ампельная. Название не знаю. А это калибрашечка подрастает. Тут 2 штучки. А вот это скоро зацветет. Очень красивая. Должна быть сиреневая, лавандовая. Вот ни с того ни с сего дождь пошел. Не хватало нам ее. Опера Raspberry Ice. Это Surprise. А это в 10 литрах у меня растет. Называется Blanket Rose. Птичка. Стрекоза, ягоза, солнце светит, и вдруг ни с того ни с сего на небо набежала тучка, пошел дождь. Но этот дождик такой, видно, грибной дождик идет. Испугал всех, вон бегут все, никто не ожидал. Вообще дожди не обещали. Почему дождь пошел, непонятно. Сейчас я вам пойду. Дождик кончится, я вам покажу свои фуксии. Они без конца цветут, с них цветочки как фонарики опадают. Потом они опять зацветают. Я пришла, вот 2 дня не была, и собрала там столько опавших бутончиков. Море. Поливать нельзя, точнее как нельзя. Поливать не надо, но подкармливать надо. Сегодня прошлась. И подкормила по листу. Но вот видите, опять дождь пошел. Надеюсь, не смоет удобрение. Но он не сильный. Какая-то прямо над нашим домом тучка. Вот такие вот у нас березки стоят. Ростом с наш дом. Из 9-этажный. И вот такой вот боярышник, как зонтик, закрывает мне несколько цветочков. Но не фуксии он закрывает, а вот хосты прикрывает, и там несколько штучек цветочков. Поснимаю я отсюда. Смотрите, какая красавица стоит ночное небо. Из всех петуний она мне в этом году больше всех нравится. Джонни Флейм даже не так. Цвет уж более красивый у этой петуньки. Ну вот дождик более-менее закончился. Покажу вам фуксии. Смотрите. Штамбик 80 сантиметров. Посмотрите, какие у меня тут колюсы растут. И вот в окружении колюсов, но колюсы пока еще не распушились, потому что очень холодно. Никак они не могут войти в силу. А фуксии самое то для них погода. Вот такие вот они, вот таких бутонов. Очень много сегодня собрала, они опадают, вот эти цветочки. Зато вот эти вот новенькие начинают зацветать. И их очень много, постоянно. Это другая клумбочка. Тут мне и колюсы больше нравятся, и цинерарии тут красиво смотрятся. И сама фукси как-то чуть пониже. Посмотрите, какие ягодки висят фуксяшные. Вот это вот. Вы видите, сколько тут маленьких. Вот они будут расти, а эти будут отцветать и падать. Я сегодня собрала штук 20. Вот так вот фукси у меня растет. Вот такой вот цветочек новый растел. Остеосперм называется. А гадеций, ну, никак не может зацвести.
Вон львиный зев цветет, а гадеции никак. И смотрите, какая красивая у меня лобелия. Ручеечек превращается. Пока еще земля видна, но я надеюсь, что скоро будет ее не видно. Это у меня на новой клумбочке, которая у меня образовалась, зацветает бегония. Вот она цветет, красная бегония, с зимы. Видите, какой махровый цветочек, но она низковатая. То ли я ее заглубила, почему-то она у меня низкая. Цветок вот такой, он не передает, он красней. Получается, как будто розовый, на самом деле он красный-красный, насыщенный. Ну и все цветочки, которые я пересаживала, все прижились. Вот. Надеялась, что будет у меня колокольчик. Вместо колокольчика у меня зацветает виолочка. Видите, какая фиалочка? Я все время смотрю на нее, мне кажется, рожица такая, как у обезьянки у нее. Ее надо на солнечное место куда-то пересаживать. Вот у меня их несколько штучек. Косточки, которые я пересадила, очень даже хорошо растут. И это пошла в рост. И это стало расти. Но мне кажется, они похожи, обе одинаковые. А гехера на солнышке вот это стало прям красное-красное, темное. А это так и стало, зеленое осталось. Вот видите, из одних семян от одной мамки получились разные детки. Вот надо мне косточки, семена собирать. Я не помню, с какой я собирал семена, от этой или от этой. Они разные хосты. А с этой стороны у меня зацветает монарда. Ну и пеларгонии тоже начинают цвести. Вот белая, розовая. Вот там какая-то немножко открываться начинает. А вот мамка этих гекерочек. Вот она начинает зацветать. И тут она под вишней. У нее такой лист, как будто бурый. Не сказать, что он коричневый, но какой-то такой буроватый. Внутри где-то там он может быть покраснее, а сверху она буро-зеленая. Но в бочках у меня вот так вот растут и алиссум, и тайдальчики. Я их бегло-бегло вам покажу. Вот так вот. Неплохо. Ну вот и все, я вам показала мои цветочки. Я не собиралась снимать, так по беглым пробежалась. Не обессудьте, если что-то не так. Всем здоровья и пока-пока.